включились в проверку социальных объектов и органы представительной власти. Глава Щелковского района и депутаты районного совета проверили ход строительства детского сада на улице Юбилейной в Медвежьих озерах. Несмотря на то, что подрядная организация оценивает готовность объекта в 98%, Надежда Суровцева отметила, что до завершения строительных работ, безусловно, еще далеко. Еще много работ, которые необходимо сделать на этом дошкольном образовательном учреждении. Вопросов много к строителям. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы они ускорили и выполняли работы с надлежащим качеством. А вот другой садик, строящийся в микрорайоне Анечково сельского поселения Анискинское, депутаты, наоборот, отметили положительно. Детсад на 220 мест с бассейном возводится в рамках инвестиционного договора с компанией-застройщиком. Ведутся отделочные работы, ведется подготовка к монтажу технологического оборудования, мебели. Практически закончены все инженерные сети, как внутренние, так и наружные. Второй квартал планируется сдача этого объекта. Также мы посмотрели садик в микрорайоне Анечково. Там качество и темп строительных работ гораздо больше нас устраивает. Строительная готовность садика порядка 85%. Через две недели застройщик планирует приступить к благоустройству территории. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».